В регионе продолжается активное участие в республиканской акции «Таза Казахстан». На этот раз в рамках недели Киелим-Микен молодежь области отправилась на очистку территории долины замков Айрахты-Шоманай, а также урочища Самал-Сай. Как проходила большая уборка туристической местности у Айжан Сабитқызы? Молодежь региона привела в порядок территорию одного из самых популярных у туристов для посещения местность Айрахты. Как было отмечено во время мероприятия, Айрахты-Шоманай – национальный бренд и бесценное богатство региона. Поэтому необходимо содержать его в чистоте, создавать современную инфраструктуру для его посетителей. Нашей съемочной группе посчастливилось и увидеть местную живность в виде черепах. В народе бытует легенда, что тот, кому удалось получить траву из пасти животного, ждет удача и исполнение заветной мечты. В рамках акции «Чистый Казахстан», которая сейчас проходит в нашем регионе, сотрудники Центра социального развития, студенты колледжа из Актау приехали провести уборочные работы на территориях Ширкала, Айрахты, Самалсай. Вместе с ними в рамках защиты окружающей среды организуются такие же акции с целью приучения молодежи к чистоте. Следующей точкой очистки стало урочище Самал-Сай. Ущелье – одно из красивых мест Мангыстау с каскадным водопадом, является излюбленным местом отдыха людей. Отдыхающие устраивают пикники, но не собирают за собой и вследствие. Остается много мусора. На этот раз экоактивисты собрали около 15 мешков мусора. Сейчас мы проводим уборку в рамках акции «Чистый Казахстан». В настоящее время мы, молодежь Актау, проводили работы по очистке ущелья Айрахты и Самал. В ходе поддержки подобных акций мы посетили наши историко-культурные местности и провели очистительные работы с целью популяризации среди молодежи. Всего приняли участие около 20 студентов колледжа и около 10 специалистов центра. Цель нашего прибытия в местность Самал-Сай – сохранение чистоты туристических достопримечательностей, научить студентов защищать первозданный вид природы, забота нашей планеты. Поэтому организация таких мероприятий – это большая помощь. Кроме того, свои пожелания высказал и краевед Сикс Байонес. Он обратился к посетителям достопримечательности. Нужно беречь природу и быть в ответе за сохранность ее первозданной красоты, не оставлять за собой накопленные за время отдыха отходы. Природу нужно беречь и лелеять, сохранять ее в первозданном виде, убирать за собой остатки пищи. Это касается не только молодежи, но и взрослых. Необходимо собирать все отходы продуктов питания, выбрасывать в специально отведенные для этого места. Ведь природа – это наш общий дом, нужно сохранить ее чистоту для будущих поколений. Напомним, что сама акция разделена на несколько недель. В частности, с 6 по 13 апреля прошла неделя Тазаульке. С 13 по 20 апреля проходит неделя Киелим-Микен. А уже на следующей будет проходить неделя Жаслаймак. С 27 апреля по 4 мая Унигелер-Пак. А с 4 по 11 мая Мольдер-Булдак. Кроме того, в рамках кампании пройдут благотворительные и культурные акции, приучающие казахстанцев к добрососедству и взаимовыручке, пропагандирующих ответственное поведение и следование общепринятым в социуме нормам взаимодействия. Ажан Сабитқызы, Алматы, Муринов, Дидар.